80-летний юбилей с момента создания отметил 514-й авиационный ремонтный завод в Оржеве. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Игорь Руденя, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и советник президента России Владимир Васильев. Тему продолжит Наталья Чекит. Сейчас завод – самое крупное предприятие Ржева, где работает более 1120 человек. 514-й авиационный ремонтный завод располагает современной производственной базой, собственным аэродромом и службами по организации производства полетов. Занимается ремонтом и модернизацией самолетов военной авиации. На данный момент завод выполняет ремонт самолетов Су-24М, Су-24МР, Су-24МК, МК-2. Также завод 3 года назад приступил к ремонту самолетов МиГ-29. И в этом году мы выпустили вот 2 образца самолета МиГ-29 СМТ-Р. Это новый самолет, модернизированный самолет, который поступит вот скоро в войска. Игорь Руденя, Сергей Чемезов и Владимир Васильев приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию авиационного ремонтного завода. За достигнутые трудовые успехи и большой личный вклад в создание конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции всему коллективу предприятия объявлена благодарность госкорпорации «Ростех». Завод прекрасный. Удивительно, знаете, вот ремонтных заводов таких не так много. И я очень рад, что коллектив и руководство завода очень ответственно относится к самому предприятию, заботится о том, чтобы оно развивалось, модернизировалось. И уже многие годы, уже вот 80 лет в этом году отмечается предприятие, оно успешно работает, выполняет гособоронзаказ. В свою очередь губернатор Игорь Руденя рассказал о планах по развитию кадрового потенциала авиационного ремонтного завода. Сделать филиал федерального вуза, который нам очень необходим на территории Ржевской агломерации, потому что есть молодежь, есть практика, есть современное производство, конечно, где должна быть и соответствующая линия по обучению, образованию, по формированию новых кадров, которые уже будут работать в конкурентной современной авиационной промышленности. Советник президента РФ Владимир Васильев отметил, что работники завода заложили прочную профессиональную основу для ремонтно-авиационной индустрии в Тверской области. Будущее решат только те, кто сегодня имеет передовые позиции. А на этом заводе они есть. И было очень приятно слышать, Сергей, что вы это оценили. И то, что это может стать основой для обучения, развития, подготовки кадров не только Твери, России, центра, Питер, Москва рядом. Очень приятно, что у нас такой потенциал. В этот же день Игорь Руденя, Сергей Чемезов и Владимир Васильев возложили цветы к Ржевскому мемориалу советскому солдату.